Она сегодня ест первую свою еду после молока. Мне очень понравилось. Саша, я хочу взять у тебя интервью. Да, слышу тебе интервью. Почему? Спасибо. Это не интервью. Если бы понять. Ой, как же вкусно, да. Чмок. Например, это сифа. А? Думаете, сифа. Саша пришла в гости. Мне нравится. Ребята. К Вите. Витя, привет! Приятного аппетита! Вика, Леоне. Привет! И к Михе, конечно, но Миха спит. А Саша пока ест огурцы у Михи в гостях. Пока Миха спит, она решила уничтожить весь запас огурцов в доме. Да, Сашечка. Сашуля! Ну, все в огурцы. Нет. Граньон небольшой, нет. Саша, граньон. Нет, теперь не важно. Саша, милашка. Ой, Сашка, милашка. Ой, жует огурец, как вкусно там ей. Что она очень сосредоточена. Нельзя сказать, чтобы она очень радовалась этому обстоятельству. Такая соска с вкусом огурца. Она так хмурит брови, сосредоточенно жует. Совершенно новый в жизни. Сейчас, подожди минутку. Сейчас, я послушаю, как Саша чмокает. Интересно, ну, в принципе, вот огурец, смотрите, как уменьшился в размере. Уменьшился, да. Я, наверное, что-то... Сколько она? Алис, хватит, не давай больше, это первый раз. Да, ешь сама. Да, все. А папа, я не знаю, как она это нахерилась. Сашка, поставь ее, пожалуйста. Саша, теперь прыгай, чтобы не поправить. А то, когда много ешь, толстеешь. Надо двигаться. Я успела родиться, девочка, уже прыгай, чтобы не поправить. Сашуля, смотри на бабушку-то, господи, боже мой. Сашечка. Сашуля. Она смотрит, где огурец ее. Эй. Куда убрали огурец? Да, Саш? Да, отдайте обратно, скажи. Сашунька. Сашка. Сама стоит. Сашка, ой, моя Сашка-милашка. Ты моя Сашка-милашка. Счастье ты мое. Ой, ты, господи, нет, огурец надо вернуть. Похоже. Огурец сейчас мама пойдет. Пойдет мама, вечерим молочко.